Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет видосик, посвященный Амазингу. Итак, я решил кое-что проверить. Недавно вышел пост, типа, я знал об этой хрени вообще давно еще, что типа 10 тысяч за репост. Вот эта тема, получить 10 тысяч просто за репост. Я решил проверить, работает эта тема или нет, и как она работает. Мне реально самому просто интересно. Как бы эти 10 тысяч можно спокойно заработать на грузчиках там за минут, наверное, 10-20. Но я хочу именно проверить, как это работает. Как можно за репост получить 10 тысяч? Как эта система вообще сама работает по себе? Так, вот, подробности по ссылке. Вот, получить 10 тысяч рублей просто за репост. Мне реально интересно это проверить. Не знаю, интересно ли вам, но я решил это проверить и показать вам. Я ничего не пробовал до этого, я просто вот зашел. И сейчас буду при вас все делать. Так, нажимаем на этот сайт. У нас оно загружается. Окей. Ага. Нихера я не понял. Чтобы продолжить, необходимо войти в аккаунт. Хорошо, сейчас я буду в аккаунт и продолжим. Пацаны, кого бесит проверка на робота, просто ставьте лайк, потому что, блядь, эта проверка на робота, это пиздец просто, реально. А, я пароль неправильно ввел, блядь. Да, вот эту угадайку играть, это, конечно, пиздец. Серьезно, это просто, меня так это выводит постоянно, я тут отвечаю. Это просто жесть, пацаны. Это просто полная жесть. Вот тут так можно по 3 часа сидеть, пацаны. Я, по-моему, так, ну, 20 сидел. Это не из-за того, что я хуёво угадываю. Это из-за того, что это хуёвая система, блядь. Ой, божечки. Меня сейчас бомбить начнет. Понимаете, вы начинаете это проходить, потом вам какое-то другое кидает. Да, выберите автомобиль. Хорошо, выбираю. Оно сейчас заново новое появится что-то. Да. Раз. Так, велосипед. И давай быстрее. Еще одна машина. И так, пацаны, всегда. Я думаю, я не один такой. Кого это бесит. Спасибо. Все, я вошел. Так, пробуем еще раз по ссылке перейти тогда. Чтобы было заебись. Так. Сделав репост данной записи, вам потребуется подождать 12 часов. Затем вы сможете получить деньги. После истечения срока вернетесь сюда и нажмите на кнопку «Проверить». Введите ссылку на свою страницу. 12 часов ждать, чтобы получить 10 тысяч, пацаны. Это пизда. Принимаются только аккаунты записи, которые менее 5 дней. Ага. Окей, я сейчас дам свою страничку им. Хорошо. Так вот отодвигаем. И вот так вот опускаем. Хорошо. Запустим. Вот, на. Проверка на робота. Угу. Пизда, это просто пизда. Я даже ничего не буду вырезать, пацаны, потому что, блядь, вот вы столкнетесь с тем же самым, если вы захотите получить 10 тысяч. Интересно, я проверю по-любому потом, они мне придут эти 10 тысяч или нет. Если нет, блядь, будет у меня сильно бомбить. Так, давай, ну речи, пожалуйста, давай. Эти картинки пока появятся, нахуй, уже можно сходить на балкон покурить. Бля, вы чё гоните? Вот, пацаны, так всегда просто. Вот нельзя, чтобы за один раз вы просто зашли. Вот не бывает такого. Это, блядь, нереально просто. Спасибо, все. Слава ты Богу. Поделиться, блядь. Друзьям, ну окей. Поздравляем, ссылка. Короче, какой-то наебало бы, пацаны. Я не знаю, что тут надо делать. Я поделился, короче, да, получается. Сейчас надо страничку перезагрузить.
Я просто чисто... Это чисто проверочка, пацаны. Чисто проверочка. Так, надо мою запись закрепить любимую. Все. Перезагружаем страничку. Все. Она здесь должна быть на часов. Хорошо. Хорошо, без проблем. Конечно, я выложу этот видос сразу, пацаны. И потом через... Ну, может, завтра, короче. Потому что у меня, пацаны, обед. У меня... Смотрите, сколько время сейчас. Вот в 3 часа, короче, я уже должен быть на работе. Да. Поэтому вот такие вот дела. Потом мы нажимаем, короче, проверить через 12 часов. И нам, по идее, должны дать 10 тысяч. Ну, надеюсь, это все правда. Я надеюсь, реально, что это все правда. И мне дадут эти 10 тысяч. Мне на них все равно, реально. Я просто хочу проверить, правда это или нет. Реально просто получить за репост вот такую вот тему. Потом просто вы пишете свой этот, я так понимаю, страничку, это и проверить нажимаете. И все. И вы получаете эти кровные 10 тысяч. Ну я понял, короче, я понял. Я, короче, понял, пацаны. Ну, пользуясь случаем, хочу напомнить, что в моей группе проходит конкурс на BMW M5-60 с красивыми номерами, с одним чипом и с нитром. Обязательно, пацаны, участвуйте. Ссылка на конкурс будет в описании. Также просто заходите, здесь выходят классные посты, поэтому все будет заебись. Заходите, смотрите, лайкайте, давайте поднимать активность в группе. Заходите, все ссылки, пацаны, в описании. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. She was from the outside.